начинается самое интересное. Я думаю, будет каждую игру полный стадион. Будем стараться выкладываться по максимуму. Отдадим все, что у нас есть, чтобы победить в первом матче, во втором и так далее. Я думаю, эта игра в неравных составах, плюс наша вратарская бригада, да и в принципе у нас хороший коллектив, хорошая команда, сплоченная команда. Выходим мы, исполнители, выходим и делаем. Ну, плей-офф — это всегда, ради чего мы играем, потому что самое интересное впереди. И самая важная часть сезона. Так что все готовимся с хорошим настроением и смотрим, можно сказать, хорошее будущее. Поддержка трибун очень важна для нас. И если серия затянется, то последняя игра будет тоже дома. Это очень важно. И здесь понимаем, что «Магнит» – серьезный соперник, сильный соперник, который любит играть в атакующий хоккей. Так что мы тоже готовы, и я думаю, что все будет хорошо. Ну, в этом году совсем другой сезон же, да, там 68 игр, в том году не доиграли, немножко все разное, и понятно, что у нас за последние 14 дней было 7 игр, и которые там провели на Дальнем Востоке неделю, больше такое на восстановление, ребята, и, конечно, психологическая подготовка, тактическая подготовка очень важна. Ну, тактический момент — игра команды, да, игра пятерки, игра команды, и, конечно же, меньшинство-большинство, которого, я надеюсь, плей-офф не так много будет, да, и то, что вот этот шанс использовать, если будет одно большинство, оно важно, да, использовать, забить гол. И, конечно, выстоять в меньшинстве.